Меня зовут Аня. Аня, расскажи нам о себе. Мой персонаж Аня, молодая мама. Смотрите, кто у нас проснулся. Так как она молода, неопытна, она боится постоянно за ребенка. Ей кажется, что с ним должно что-то произойти. Юля, а что это было? У него в ноге что-то щелкнуло. Аня, успокойся, такое бывает. Это нормально. Нет, нормально это когда ничего не щелкает. Вдруг я ему сломала что-нибудь. Что он поползет, там возьмет в рот какую-то игрушку, на него свалится люстра. То есть у него загоны, так сказать, молодых мам. Она очень интересная, сумасшедшая, никогда не знаешь, что от нее ждать. Я до этой качалки на тяжелую атлетику, между прочим, ходила. Атлетика, судя по всему, была тяжелой, потому что ты на нее ходила. Слышь, ты че такая дерзкая? А че? Я все-таки в жизни спокойный человек. Очень. Правда. Очень спокойный. А Аня сумасшедшая, поэтому я могу выплеснуть все свои эмоции в моем персонаже. Что случилось? Нам нужен паспорт с пропиской, чтобы в квартиру попасть. Всего-то? Ну, сейчас мы решим эту проблему, правда, милая? Ну, ты хотя бы выслушаешь меня? Я ничего слушать не собираюсь. Ты паспорт покажи и вали отсюда. Понятно. Стоп, стоп. Давайте дубль сделаем. Понравилось видео? Ставь лайк. Подписывайся на наш канал, чтобы быть в курсе самых горячих новостей о наших сериалах, проектах, создателях и актерах. Подписывайся на канал Yellow, Black and White.